Аккумулятор пришел вот в такой коробочке. Хорошо упаковано, заматано все. Внутри также упаковано вот в такую вот упаковку, чтобы его не болтало. Проложен по краям и внизу, и вверху, соответственно, прокладочками. Внутри есть инструкция по ходу. Инструкцию, честно говоря, не читал. Хотя инструкция, я вам скажу, на английском языке. Кто знает английский? Ну, собственно, здесь сложного ничего нет. Это по индикации, да. Есть какой-то там чип умный. Ну и как использовать? Как использовать, можно найти в интернете информацию. Гель.